Ребята, всем привет, вы на канале Попафон Машинки, это игра Мэтрек Челлендж, безумный грузовик челлендж, да, сегодня будем продолжать в нее играть. В тот раз мы прошли Немезиду и нам открылась машиночка, в принципе мы на ней гоняли, нам дали возможность проходить вот на этой машиночке защитник, который называется, проходить все уровни. Так, вот это вот что у нас? Хищник заблокировано. Пройди уровень 17, ребята, так, понятно. Ну что, поехали. Так, остановились мы на Помпеи. А давайте-ка Египет все-таки, а третий уровень сложности пройдем. Я думаю, это будет сделать несложно, так как у нас машиночка заряжена, которая уничтожила просто в хламину Немезиду. Да-да-да, чувачки, поехали. Уничтожь один из врагов и выиграй гонку. А, вообще плевое дело. Смотреть видео, чтобы получить 3 дополнительных заряда. Нет, спасибо, спасибо, у нас машинка просто чумовая. Зачем нам ваши дурацкие ракеты? А? Скажите, пожалуйста. Так, смотрите, просто в хламину разнес. Даже одна ракета у нас остается куда-то. Куда-то просто остается. Ой-о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 й. Кого-то я еще убил, не убил, не убил. А хпшечки? Не, они, смотрите, урончик тоже наносит. Вот чертята-то корявые, вот чертята. Так, выиграть гонку нужно. И уничтожить врагу. Вот это жирный, конечно, песик. Так, все равно я его убил. Да куда полетел-то? Стоять, стоять. Ребята, я их таранчиком тоже не хил, так ушатую. Блин, там... Ребята, у нас тут полдороги проехали. Ах ты, зараза, почему они меня сверху пустили? Ну-ка. Давай, 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 давай. Давай, давай, чувачок. Давай, давай, давай. Блин, не взял. Опа. Дайте мне нитро. Я должен догнать всех. Ой-ой-ой-ой-ой, заехал наверх. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, я первый. Ну-ка, надержи. Все, чтобы наверняка. Все, все, ребят, я один. Я один остался. Так что можно смело дожимать на тапок, давить на тапок. Чтобы доехать до финиша первым. А чё первым? Я уже убил всех там. В любом случае, я первый приехал. Угу. Так, есть. А третий пройденным. Так, Египет у нас полностью закрыт. Так, все уровни прошли на 5 с плюсом. Отлично. Так, 13 уровень. Помпея. Нам нужно до 17 как-то доехать. И откроется у нас защитник какой-то. Третий машиночка, да? Так, 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 так. Так, черт бы вас за ногу, у нас топлива не хватает. Давайте-ка купим. Давайте-ка купим топливо. Хотя бы 15 штучек пока купим. Есть, купили? Купили, поехали, поехали. Давай, 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 давай. На-ка сразу тебе ракеты, чтоб ты не путался под ногами, чертенок. На-ка тебе тоже. А кто там следующий? На тебе тоже. Кормим всех, ребята, снарядами, просто ракетами. На тебе тоже. Так, 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 ну а тебе тоже. На тебе тоже. Всех кормим ракетами, ребята. Всех, просто всех. Это тоже остается. Сколько там еще? 6 машинок остается, что ли? Сколько там машинок сейчас впереди едет, да? Так, этого можно таранчиком, потому что он подбит уже. Опа, есть, красавчик. Этого ракеты догонят. Этого снарядчики, снарядики. Так, поехали. Куда вы так мчитесь, ребята, этого? Вот так добьем, я думаю. Вот есть, красавчик. Ты колеса потерял. Бачок, ты колеса потерял, подбери. Так, все, я первый. 50 секунд остается. Вам нужно быстрее доехать до финиша. 50 секунд это немало, это очень много, мы успеем. 40 секунд. 6 ракет. Офигеть! Офигетище. У нас еще в запасе там 6 ракет было. Прикольно. Так, есть кубок, звезда, как обычно. Папа фан рулит. 14-й. Поехали, выиграй гонку. Сделай 4 сальто. Так, ребята, 4 сальто. 4 сальто нам нужно как-то умудриться сделать и выиграть гонку. Представляете? Так, этого убираем. Ой-о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 й. Так, где бы нам сальто сделать? Да уйди ты, ё-моё, засранец ты. Чертёнок, а? Так, ребята, где же нам сальто сделать? Где-то нужно подлететь.
Опа. Блин, не смог. Надо было на нитро нажать, что... Ой, не смог. Опа. Нет, не смог. Да что ж ты будешь делать? Красавчик. Одно сальто. Нет, здесь не получится. Нет. Вот здесь одни прыжки, ё-моё. Нет, не получилось. Ах ты ж зараза такая. Так, этих надо убрать уже. Они достали. Под ногами путаться. Ребят, ну дистанция короткая. Как? Где еще? Опа, есть. Ребята, блин, еще бы одну. Еще бы одну. Есть, ё, красавчик. Черт бы их. Теперь осталось выиграть гонку. Выиграть гонку так это вот таранчиком. Есть. И последний остается у нас. Куда погнал? Все, есть. Я красавчик. Я вообще молодец. Так. Птички летают. Чайки. Чаечки у нас тут кружат. Ну. Есть. Все. Кубок звезда. Как обычно. Так, 15-й, до 17-го мы все-таки дойдем, наверное. Так, у нас энергушечки остается всего лишь две заправочки на две гоночки. Так, выиграй гонку, собери 55 монеток. 55 монет нужно собрать. Сейчас попробуем. Слушайте, а в принципе вот с этой машинкой, немезидовской, мы что-то прям ушатываем. Просто всех ушатываем, ребята, как так? Это же просто читерски получается. Вообще в легкую так проходим игру. Да, все уровни просто с первого раза. Крутяк вообще. Вообще крутяк. Крутая машина. Так, ну, 17 уровень пройти, и откроется нам еще какая-то тачка еще круче. Защитник какой-то, третий уровень. Будет, наверное, еще прикольнее. Всех убираем. Все. Ой-ой-ой-ой, я про монетки совсем забыл. Еще 4 монеточки. Так, есть. Еще последняя монеточка. Ох, не взял. Так, все, нормально. Фух, подождите, 5, 55, 3, 2, 2 монеточки. Все, я красавчик, я собрал все. Все, я выиграл. 15 уровень пройден. И последняя у нас заправочка на последнюю гоночку. 16 уровень. Так, выиграй гонку, уничтожь 10 врагов. Выиграй гонку, 10 врагов уничтожь, понятно. Сейчас попробуем. Давай, чувачок, давай, поехали. Так, 10 врагов. Мы любим уничтожать врагов. Обожаем это делать. Что может быть приятнее, чем уничтожать врагов? Ребята, что может быть приятнее? Да ничего. Обожаем уничтожать врагов. Потому что они злые, поэтому их нужно уничтожать. Давай. Так, ну-ка держи. Ой-ой-ой-ой, в кого я там пальнул? Так, есть, вообще в щепочки разлетаются, ребята. Наши враги в щепочки просто разлетаются, в щепочки. Последние два... Так, и последняя машиночка, да, или сколько там еще? Все, уничтожил врагов и выиграл гонку. Я выполнил все задания, так что можно смело мчаться к финишу. 6 зарядов у нас осталось. 7. Зачем нам столько? Ну-ка, нужно избавиться от них. О, круто. Так. Одна энергия у нас остается. 17. Подождите, 17. А что у нас тут? Сделай 5 сальто. Выиграй гонку, сделай 5 сальто. Ну-ка, поехали. Давайте. Пари. Посмотрим по-быстрому. Так. Ну что, погнали. Поехали. Так, 5 сальто. Не забываем сделать 5 сальто. А то мы не пройдем это задание. Так, после этого задания, если мы пройдем его удачно, нам дадут новую тачку. Новую тачку нам дадут.
можно будет ее заценить, посмотреть на нее. Перейдем, прокачаем. Так, подождите, сальто, черт бы ее. 5 сальто. Ух ты. Блин, да что ж такое-то? 2 всего лишь сделал. А там столько горочек было. А? Столько горочек было, черт. Не смог. Блин, ну как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять не смог. Так, ребята, что за дела? Где, где? Еще 3 сальто где-то надо умудриться сделать. Где же нам сделать сальто, а? Так, круто. Подождите, а чё, не смог? Почему не дали-то? Я же вроде крутанул. А, подождите, все-таки смог, дали, сосчитали. Это круто. Так, дистанция остается совсем чуточку. Ребята, где-то в конце нам дадут возможность. Есть, есть. Все, под самый конец прям я все-таки финтик успел сделать. Так, так, хорошо. Едем пока, едем. Есть, все. Так, пора смотреть. Что за машиночка нам открылась? А что же за машиночка? Так, Помпеи, загрузочка, загрузочка, ребята. Вот, смотрите, чумовая. Машина разблокирована какая-то. Так, ее нужно прокачать обязательно. Так, хищник, хищник. Если мы ее прокачаем, наверняка она будет выглядеть очень здоровски. Но пока мы не будем этого делать. Так как мы все это перенесем на следующий выпуск. Так что давайте делитесь этим видео, ребята, подписывайтесь на канал. Ставить лайки, да, в следующем выпуске при вас я прокачаю. И посмотрим, как изменится внешний вид этой необычной тачки. А на всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Не забывайте делиться и ставить лайки. Всем пока.